Хабиб, вот Дана Уайт буквально на днях тоже заявил, что возможно 30-0 будет. Вот будучи в Дербенте, поставь точку на этом вопросе. Ждать нам 30-0 или... Ну, я думаю, что будучи в Дербенте, или там я могу через там 5 лет, например, сюда вернуться, да, условно говоря, то же самое разговоры всегда будут, потому что тот же самый Дана Уайт и другие промоутеры, например, которые могут прийти после него, да, они всегда будут хотеть, чтобы я дрался, потому что, вы же понимаете, это большие деньги, большие просмотры, ажиотаж людей, интерес. Там, где интерес, там есть деньги, так что я думаю, что эти разговоры всегда будут, они будут меня преследовать. Но раньше у меня как было, бой сделал сразу на следующий день, когда у тебя следующий бой, да? Люди всегда хотят продолжения сериала там, или продолжения банкета, как говорится. У меня нету планов. У меня нету планов драться. Но я сейчас подерусь еще раз. Там появится еще один претендент, да, который там выиграл 7, 8 или 10 боев подряд, которого будет назвать борцом с высококлассной ударной техникой. Они же умеют создавать героев, они умеют создавать звезд. Так что я думаю, что это такая бесконечность. Можно драться и до 40, можно еще, как Федор, да, драться и до 45, но цель же должна быть. У меня была цель забраться на вершину, я забрался, я думаю, что дальше как такого соревновательного интереса у меня там нет, потому что, ну, с кем мне там драться? И если даже есть с кем драться, я думаю, что я... Так, миссия, которая была, которую я хотел там выполнить, я ее выполнил. Ну, сейчас, если так посмотреть с другой точки зрения, можно было бы и денег заработать, да, там, на пике славы, сам понимаешь, там, хорошие там и запросы, и условия, ну, просто цель же другая была. И, потому что будем, деньги в другом месте зарабатывать.